уровня до 4000 мэр может зарегистрироваться. Ссылку на турнир скинул в чат. Мегумин Алая Мазуко, Михаил, приветики. Здорово, здорово. Великий батя Игорь Наплс или Апплс. Ребят, нас только что посетил человек, который один из величайших, величайших игроков за все время существования этой MMORPG, которая называется Apples, да? Да, Apples. Есть у нас люди, кто играет в это Lineage подобную игру? Apples называется. Кто в курсе? Так вот, Михаил просто батя в этой игре. Короче, ГМЛ. Или даже круче. Профессионал, наверное. Слушай, ты как ГМЛ или ты как профессионал получается? Ты типа зарабатываешь деньги этой игрой, правильно? Соответственно, получается профессионал. Типа бустишь аккаунт там, или продаешь аккаунт. Такое. Типа подкачал аккаунт, продал. Покачал, продал, покачал, продал, да? То тогда получается профессионал играет. Или нет. Снова это ГМЛ, ВВ. Я дополнуюсь. Я хочу быть честным перед собой, я уже на ГМЛ. Те стратегии, которые я играю, дуже сильно стали слабкише. Скайтос став слабкише. Дисраптор, оверчардж. Мне кажется, что я больше не ГМЛ. Потому что те билды, которые играю, их сделали дуже слабкими. Мне кажется, ну, я бы хотел быть ГМЛ. Так, я бы хотел. Але треба розуміти, що мені здається, ні. Більше я не зможу бути ГМЛом. Мені здається, що все. Шанс втрачено. Хоча не знаю. Може, колись я ще стану ГМЛом, але мені здається, навряд чи. Ссылку на турнірський учат. XFQB. Летние деды гематома. Ну, игра 2008 года, так что она не такая старая, как Сака, поэтому не знаю, наверное, в Саках тоже играют деды. Своих слов, в Саках тоже деды играют. То есть дед, хотя ты, наверное, и не играешь.
Дві у тебе? Третя база є? Третя база. От же сука, блядь. Пресса за ракет сделал. Тут так, если упороться в фарм 30-40 в месяц, можно, если забыть про реальную жизнь. А, ну значит, это фигня полная. Если 30-40 тысяч в месяц, при условии, что нужно очень-очень-очень сильно ебашить, то начнем того тебе сказать. Ты играешь? Да, в турнире буду играть, но вот сейчас будет, вроде не очень сильно я буду. 4500. Если подписан, да, конь игру. Значит, лайк поставь, а лайк поставил, значит, подпишись. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поставь и подпишись. Если подписан, значит лайк поставь, а лайк поставил, значит подпишись.